В этот раз Антон решил сплавиться с самой высокой точкой реки Кие, куда можно добраться на машине и где река уже позволяет поставить на воду байдарку. Это заповедник Кузнецкий Алатау, но о нем чуть позже. Маршрут на поселок Белогорск Тисульского района. В начале 50-х годов прошлого века правительством Советского Союза было принято решение о строительстве на базе Кии-Шалтырского месторождения нефелинового рудника. Если коротко, нефелин – это сырье для получения глинозема, оксида алюминия, из которого, в свою очередь, путем электролиза получают алюминий. Предприятие режимное, поэтому въезд только через пропуск. В заповедник можно попасть только через рудник, поэтому, хочешь не хочешь, а ехать надо. Но это даже и хорошо, ведь не каждый день видишь огромные разработки месторождения. Въезд в заповедник платный. Оплачиваешь проезд и получаешь пропуск у начальника участка заповедника в конторе Белогорска. От рудника до лесничего дома вниз по таежной дороге с песком, глиной и булыжниками примерно 10 километров. Перепад высоты 350 метров. С рудника 850 и до Кии 500 метров над уровнем моря. Скажу сразу, на легком одноприводном автомобиле там делать нечего. Минимум Нива. А лесники обычно ездят на УАЗах, и у них есть еще МАЗ, скорее всего, с советских времен. Кузнецкий Алатау. Государственный природный заповедник. Создан в 1989 году. Его общая площадь составляет 413 тысяч гектаров. Большая часть заповедника покрыта горными таежными лесами из пихты, ели и кедра, сменяющиеся на склонах восточных сосновыми и лиственными лесами. На территории заповедника зарегистрировано 273 вида птиц. Фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау включает в себя 65 видов. Широко представлены барсук, выдра, бурый медведь, лисица, волк и лоси. Ну вот, Антон уже собрал байдарку. А мы готовимся обратно через Тисуль на Московку, где через сутки будем его встречать. А сейчас насладимся живописными видами долины реки Кие.
Здрасте. 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 Пиво будешь? Ну что будет? Дальше я один не пойду. Вообще не пойдешь, что ли? Да в смысле? Я не указываюсь. Я в пятницу включил. Ну. Антоха, ты, кстати, это, ну, в нужное место подъехал. К холодильнику к нашему. Да? Ну, пиво тогда, да? Да, серьезно. Ну, мы выпили все. Хорошо. Мы 12 литров брали. По-детски. Фу. Ну что вообще, как находишься? Охуительно. Один минус, дожди, это пиздец. Не, а природа вообще заявить, да? Вообще. Что, так оставишь? А ее что разгружать надо?